верующие братья и сестры, дорогие другие наши дети, всех вас поздравляю с праздником со светом Христом воскресением. Христос воскресе! Воистину воскресе! Сказано, что добро, скажем, что добро или что красно, но же жить и братья вкупе. И что сказано, почему узнают, что вы мои ученики, потому что любовь имеете между собой. Поэтому, слава Богу, мы вот собираемся вместе. У нас два прихода, воскресная школа, да и третий приход, я думаю, тоже приходят сюда детки, чтобы мы вместе могли провести различные мероприятия, круглый стол, совещание, конференцию, различные мероприятия и, конечно же, детские праздники. Вот у нас есть помещение, не только вот этого, у нас есть еще много воскресного, как говорится, здания, для, помещения для воскресной школы, различные другие помещения. Поэтому хотелось бы, чтобы этот центр возрождался. И нет пока еще иконочек у нас, но уже здесь идет жизнь, библиотека есть, музей готовится. Так что, слава Богу, будем возрождать. Ну вот. А, конечно, в этот дивный праздник я всех вас поздравляю еще раз. И наши детки нам сейчас покажут замечательные спектакли, стихотворения прочитают, и мы порадуемся. Всех вас поздравляю с этим дивным, светлым днем. Желаю радости, чтобы эта радость хранилась всегда в наших сердцах и носить эту радость всегда в наших сердцах. С праздником вас! Христос воскресе! Воскресе!